Встретиться с современным Робинзоном непросто. Добираться к нему на гору не менее 3 километров. Но гостей Николай встречает с опаской. Говорит, отвык от живого общения. Собственно, к этому и стремился. Там напрягаются, что на каждом кроці сбивают с туристов гроши и люди озлоблені. Тут хоч трішки умови такі напряжні, як то кажеться, екстремальні, але люди трішки попроще. Быт обустроил себе сам. Дом, мебель соорудил из дерева. Просыпается и засыпает по солнцу. А вот свечи и книги принес с собой. Книжка просто дает свободу уявлення, тобто волю уявлення. Телевизор дает тебе шаблоны, только вот то, что бачишь, то тебе и на. Питается Николай тем, что летом насобирал в лесу. Варит чай из ягод и суп из грибов. Это в основном били. Били, и тут синяки, там польские всякие такие. До ближайшего села как минимум 10 километров. Но к отшельнику все же забредают туристы и лесники. Ну, по возможности наведуемся, приносим продукты час от часу. Ягора наведуется. В Карпатах Николай пробудет до весны. С первым теплом пойдет искать другое место обитания, поскольку сюда уже протоптали дорожку люди, которых он так сторонится. Наталья Фармус, Тарас Иванкев. События. Ивано-Франковская область.